помните, как ваш канал называется? Я подписчик, но я уж... Стой. Вы Светлый, по-моему, да? Что? Вы с Прибалтики, типа. Нет, нет, я не с Прибалтики. Вы сейчас стримите? Понял, он просто человек есть, похоже. Да, да, конечно. А, ну, на какую тему, может, вопросы интересные есть? Да не, обычно тему задают собеседники, если вы стримы смотрели, знаете. Я не провоцирую людей. Сам. То есть, если человек сам начинает провоцировать, тогда я ему по щам даю. А если не начинает, я абсолютно адекватен. Ну, ну вообще тема сегодня стрима какая у вас? Там сегодня в основном так, непонятно. Цепсошниц нету сегодня. Вчера были хорошие две. Ну, развалил прям качественно. Ну да, я тоже люблю с ними беседовать. А вот так вот... Вот сейчас мне попадалось. Как вы думаете, каковы будут итоги конфликта в Украине? Ну, короче, более конкретно задам вопрос. В каких границах, по-вашему, останется Украина по окончании данного конфликта? Честно, сложно сказать. Значит. Нет, ну, я понимаю... В границах до 2014 года она точно не останется. Ну... Это слишком жирно для нее. И да, я надеюсь, что она в границах на февраль не останется. Вернее, это... Ну, честно сказать, я не знаю, понимаете, в чем дело. Я же не политик, я планов Владимира Владимировича не знаю окончательно. Понимаете, в чем дело. То есть, возможно, в планах там есть Одесса. Это же неизвестно никому, понимаете? Планы же не оглашаются. Ну, вообще-то оглашаются они более, так сказать, низы. Более низшего ранга чиновниками, но весьма высокими. И депутатами Думы, тем же Медведевым, например. Ну, вы же понимаете, окончательный план есть только у одного человека. Нет, я понимаю, я же не говорю от вас точный прогноз. Ну, хорошо, ваше желание тогда, в каких границах, чтобы осталось Украина? Да, ну, я не знаю, я же говорю, я не политик, здесь решают более серьезные люди, чем я. Но я думаю, что... Скорее всего, помимо четырех регионов, которых она лишилась полностью, она еще чего-то лишится, к сожалению. Ну, ну, я надеюсь тоже, что... Почему к сожалению, не понял? Я говорю, к сожалению, для них. Ну, для этих регионов как раз к счастью. К сожалению, для управления. А, для Киева, к сожалению. Нет, для Киева, к сожалению. А для тех регионов, которых она лишится, я надеюсь, что это будет к счастью. Ну, я думаю, как только их вооруженные силы максимально ослабнут, а, скорее всего, не особо долго ждать этого момента, возможно, поляки предъявят еще за Волынскую область. Ну, невозможно, это, скорее всего, они уже предъявляют, так сказать, гласно, негласно. Ну, если вы так вот осторожно подходите, я могу назвать свой вариант, если желаете. То есть, я буду считать удачным окончание, если будет, так сказать, забран у Украины главный ход на Крым через Харьков, Александровск, Мелитополь. Ну, железнодорожный и автомобильный. То есть, Харьковской и Запорожской области полностью. В этом случае я буду считать удачным. То есть, если ну, этого не будет, я буду считать неудачным. Область, я думаю, будет полностью под контролем Российской Федерации. Ну, я По поводу Харькова ничего не скажу. Ну, я надеюсь, и Харьковская будет. Тем более, ребелинг начинался в Харькове, в Донецке, в Луганске в 2014 году. Просто Харьков, к сожалению, быстро подавил Аваков, поскольку он все полицейские силы бросил на подавление ребенга именно в Харькове. На Донецк и Луганск он ничего не посылал. И там уже у них был временный лаг собраться, и на них уже пошло ВСУ. ВСУшная всякая эта шваль. Будем посмотреть, что будет по итогу. Да. А Харьков был подавлен, к сожалению, вот, полицейскими силами Авакова. Вот. Я все-таки надеюсь, что Харьков все-таки должен быть в большем приоритете, чем Одесса. Ну, Одесса тоже важна, конечно, но... Потому что это прямой коридор на Крым. А Одесса — это порт. Портов у России хватает, как говорится. Ну, вы знаете, я вам так скажу. Если брать стратегическое значение, у Одессы она больше. Да я бы не сказал. Только как порта. Больше. Если бы у России было мало портов, то да.
А Харьков это крупнейший узел логистики, в том числе на Кавказ, на Крым. Вы понимаете, Одесса это еще и негласный контроль бассейна Дуная, поэтому я бы не сказал. Когда вы рассматриваете стратегическое значение, все зависит от стратегии. Ну я понимаю. В ситуации со стратегическим значением Одесса это еще больший контроль над Черным морем. И контроль Дунайского бассейна. Поэтому Одесса стратегически явно важна. Плюс это очень крупный порт. Ну, это очень крупный порт. Портов такого размера, как Одесса, в России всего 4 штуки. Ну, я бы не сказал всего, я бы сказал аж 4 штуки. Это вполне, так сказать, приличная Хотя, цифра. Вы знаете, такого размера, как Одесский порт, но это Новороссийск, Питер и Владивосток. Таких портов в России всего 3. А Мурманск? Мурманск намного меньше. Ну окей, я вас понял. А как вы думаете, каковы изначальные причины этого конфликта? То есть хронологически самые первые? Ошибки власти киевской. Фатальные. Ну, в каком году? Самая большая ошибка была допущена в конце 2013 года. Ну понятно, когда я говорю фразу хронологическое значение, то есть самое первое, по моему мнению, самая первая первопричина этого конфликта это 1918 год, Брестский мир, по которому два большевистских лидера Ленин и Троцкий отдали УНР исконно русской территории Донбасс и Харьков. То есть, если бы этого не случилось, то и не было бы современного конфликта, не было для него бы базы. Ну, вы понимаете, это немного разные вещи вы говорите, объясню почему. Современников тех событий в живых не осталось. Так. А вот современников событий после того, как развалился Союз, много. И оккупацию Крыма в начале 92-го года эти современники помнят. Крым оккупировал Кравчук, независимый Крым. Если что. Ну, как бы многие юристы считают, что Крым был оккупирован чуть позже, когда Украина нагнула Крым и заставила его отказаться от Конституции 92-го года и ввела урезанную Конституцию, по-моему, 96-го или 98-го года. Все-таки там... Украина не заставляла Крым отказываться от Конституции. Это было единоличное решение Кучмы без проведения референдума. Ну, я понимаю. Этим решением он собственноручно внес изменения в конституцию страны, то есть Украина тоже. Я понимаю. Вот это была узурпация. А 91-й год там все-таки можно, конечно, этим цифрам не верить, но за независимость Украины в Крыму проголосовало 54% все-таки. Тоже 54 по официальным данным. А за независимость Крыма проголосовало 79%. Ну, я понимаю. Еще в 91-м году на референдуме. Я понимаю. Я понимаю. Дело в том, что референдум это как завещание, действует последнее. А, соответственно, предпоследние и более ранние как бы имеют ниже значение. И, к сожалению, как да... Референдум о независимости Крыма проводился в сентябре, а за независимость Украины в августе. По-моему, самый последний 1 декабря там проводился. В августе... 1 декабря он повторно проводился. 84% респондентов были за независимость. В Крыму было 54. Всего по Украине 84. За независимость Крыма, я говорю. А, нет, ну... Вот именно 1 декабря проводился по поводу Украины. Независимость Украины мог проводиться 1 декабря, если она в конце августа эту независимость впервые объявила. Впервые для себя. Ну, они объявили без референдума. Граница еще была не определена, потому что Союз не развалился. Ну, это понятно. Но Кравчук уже вступил в должность президента, Я знаю. Но, тем не менее, 1 декабря проводился референдум именно о независимости Украины. А по Крыму были свои референдумы, я не спорю. Да, он в Крыму был нелегитимен. Ну, однако в Крыму он вообще, в принципе, Крым был... Крым в январе 92-го года объявил независимость. Через 2 недели Кравчук ввел туда вновь образованную милицию украинскую и военную. Силой сменил власть в Симферополе. О чем бы говорил, Штаты шумели, продавливали третий круг выборов.
Делайте выводы. Они нарушили его еще в 2004 году в открытую. Нет, ну я понимаю. А, кстати, вот по Будапештскому меморандуму, значит, я могу даже с вами поделиться, как я отвечаю на вопросы кастрюлеголовых, как говорится. Они, ну, во-первых, ну, вы, банальные истины вам, думаю, вряд ли стоит объяснять, что меморандум – это международный документ, юридический документ пониженного значения по сравнению с договором. То есть они сделали ошибку, что не заключили договор, а заключили меморандум. То есть меморандум, в меморандуме нет пункта обязанности сторон, в отличие от договора, в котором он, как правило, есть. Ну, тут, понимаете, я могу вам объяснить. Меморандум, который был заключен поставками вооружений штатами, еще в 99-м году был нарушен. Ну, я вам скажу... В 2004 году он был нарушен и штатами, и Англией, и Украиной. Соответственно, если меморандум из трех стран, из четырех, если меморандум абсолютно был нарушен дважды, тремя из четырех стран, то в 2014 году четвертой стране уже нечего было нарушать. Ну, я понял вас. Единственное, вот, могу сделать поправку, так сказать, ну, как юрист по второму образованию, что меморандум, в принципе, как документ, не может быть нарушен. То есть это документ пониженного юридического действия, и он может быть только, к нему может быть применен глагол «не соблюден». А нарушен может быть договор или устав. Я же вам еще раз говорю, вы поймите суть. Если он в международных инстанциях был даже устно главами государств представлен как договор, да, а это можно расценить, он был так представлен. Угу. Пускай и устно, но он был так представлен президентом. Его же подписывали главы государств, но если вы не в курсе. Ну, я в курсе. Он не был подписан людьми, которые наделялись правом подписи от главы государства. Он был подписан главами государства, конкретно. Ну, я в курсе. Три государства. Его нарушили прямо дважды. И косвенно еще дважды. То есть из четырех стран-участниц три его дважды нарушили прямо и дважды нарушили косвенно. Соответственно, четвертая страна, которая приписывает, что она его нарушила в 2014 году, по факту уже ничего не нарушала, потому что первые три на этот меморандум хуй забили задолго до. Не, ну вы это же сказали, я с вами согласен. Тут какие споры могут быть? Вы же это сказали. Я просто хочу, так сказать, как вот с вами поделиться, как я отвечаю. Вот наши оппоненты, как говорится, укрпатриоты, они считают, что если юридическому акту не определен срок, вот договор бывает срочный, бывает бессрочный. Если договор бессрочный, то якобы он вечный. На самом деле... Должно быть предусмотрено наказание сторон за нарушение договора. Если первые три стороны, две из трех сторон нарушили договор четыре раза, полностью три из трех сторон три из четырех раз. И трем сторонам не было никакого нарушения за наказание, за многократное нарушение этого договора. Соответственно, кто будет наказывать четвертую сторону, которая якобы единожды его нарушила? Ну, это я все понимаю. Причем последнее. И причем после первого нарушения до последней стороны это добровольство только через 15 лет. Ну, я понял, вы же это подсказали, я же с вами согласен. Я о другом говорю. Я говорю, что если они говорят, если договор бессрочный, это не значит, что он вечный. Бессрочный – это всего лишь говорит о том, что срок договора не определен. Если срок договора не определен, то он определяется из... Договор формально недействителен. Нет, он действителен, но его срока... Нет, объясню, почему нет. Он впервые был нарушен двумя странами из трех в 99-м году. Нет, это вы сказали, я... Они его нарушили, этим нарушением они определили его окончательно. Я сейчас говорю не о Будапештском меморандуме, а в принципе договоре. Если договор бессрочен, это не значит, что он вечен. Когда договор бессрочен, фактически срок его действия определяется из позиции логики и справедливости. Вот. Смотря что прописано в договоре. В любом случае, по общей... Ну, договор на бессрочное владение территорией, и он действительно бессрочный. Он вечен. Ну, возможно, и так. Ну, вот касательно... Юридически это так. Касательно подобных международных актов, вот, они действуют до тех пор,
Вот касательно Будапештского меморандума, он должен действовать по логике справедливости до тех пор, пока Украина могла содержать и обслуживать ядерное оружие, не будь Будапештского меморандума. Вот Кравчук где-то в 2011 году у Шустера признался, что Украина могла содержать его до 2002 года, обслуживать ядерное оружие. Ну, это слова Кравчука. Я ж не говорю, что это факт, не факт. Ну, даже если... На 5-6, может быть, да, даже если взять слова Кравчука за истину, то фактическое действие по логике справедливости Будапештского меморандума должно быть продолжаться до 2002 года, пока Украина могла его обслуживать. А они воображают, что тысячелетия должны обеспечивать неприкосновенность границ Украины, когда ядерное оружие вообще может быть через тысячу лет то же самое, что сейчас арбалет, например. Вот где-то так. Ну, вот видите, в чем специфика. Как можно обслуживать двигателя, которые рассчитаны на определенное топливо, которое не производится в Украине? Такое топливо производится только в России. Под определенные двигателя не сушат СС-18. Ну, я понимаю, топливо это обслуживать для эксплуатации, а тут речь не идет о боеспособности ядерного оружия. Речь идет о том, что, чтобы оно... детали, которые подлежат замене и так далее. Да. В наличии производства в этой стране такого не было, производства на территории этой страны. Соответственно, содержать даже 10 лет они было не смогли. Да, речь идет, чтобы, так сказать, оно не прокорродировало, не было утечки, чтобы не было загрязнения среды. Вот в чем заключалось обслуживание со стороны Украины. Чтобы оно было, чтобы хранение было безопасным. Вот это имеется в виду. Ну, это понятно. Это понятно. Я же говорю примерно об этом же. Что в этой ситуации, Ну хорошо, я вас понял вашу мысль. А что касается, вот я там не закончил с моим видением окончания этого конфликта, это я уже описал вам, так сказать, желательную сторону, а бинго будет, если, конечно, по Днепру Украина отрежет, плюс Одесса. При этом город Днепр будет разделен на город Екатеринославль по левому берегу и мыс над Днепро по правому. Равно это как и город Киев будет разделен на два города. По Днепро то же самое. Вот это будет бинго. Ну, не знаю, бинго, сложно сказать говорится. Почему, потому что есть такая вероятность, что эта страна вообще закончит свое существование. Ну, в таком случае кто будет долги отдавать? Эту страну нужно оставить в размере 3-4 областей, чтобы она долги отдавала. Я так думаю. Сложно сказать, что будет в итоге. Тут понимаете, какая ситуация? Если страна закончит свое существование, то долг никто не будет. Ну, долг никто. Ну, это тоже вариант, да? Это уже как бы... Объясню почему. Потому что юридически у этой страны нет наследника и правопреемника. Соответственно, исходя из этого, если не будет правопреемника, то никто не будет отдавать долги, вы же это понимаете. Ну, я понимаю, почему, да. Да. И поэтому, на самом деле, американцы своим этим ландлизом, конечно, очень сильно дутым, и то, что там сказали, что это 42, что ли, там, ну, 40 с копейками миллиардов долларов ландлиза, в общем итоге, если до действующей украинской власти хотя бы 15 из 42 миллиардов доберется, это для них очень просто я смотрю технику, которую туда отправляют, она не стоит тех денег, по которым ее поставляют, вообще никак не стоит. Ну, то безусловно, самое, да. Что сейчас, блядь, десятки или приоры по цене блатных мерседесов продавать спортивных, ну, примерно то же самое. Ну, нет, я понимаю, они высчитывают по американским ценам, они американские, они продают эти Абрамсы по... Нет, даже не по американским ценам это высчитывается, ну что, ни в коем случае. Вот я видел разобранные машины, военные, бронированные, их поставляли по, если не ошибаюсь, 190 тысяч долларов штука, поломанные, которые нужно было еще чинить и на ход ставить по прибытию поставки. А американская армия такие машины по 80 тысяч закупает, чтобы вы понимали разницу.
То есть то, что из действующего было, чуть-чуть устарело, но с ленд-лизом, на мой взгляд, личный, там абсолютно наебалово просто. Ну, я понимаю, если это бизнес-интерес, естественно. Не было бы выгодно, не было бы ленд-лиза. Ну да, там просто на них зарабатывают деньги, к сожалению, для них. Понятно. Ну окей, есть еще вопросы ко мне, может в чате есть, я отвечу. Не знаю, есть у кого-нибудь вопросы к этому дяденьке? Пишите, я смотрю чат. Тёма, я могу тебя поднатаскать, если тебе надо, Тёма. Я ж тебе предлагал, ты ж сам не хочешь. Могу поднатаскать, чё. С Добряком я не знаком, он не пёс. Я знаю, кто такой, но он меня скипает всегда, видно. Я не был у Добряка только что. У меня есть с ним диалоги, но у Добряка я не был. Ну, кстати говоря, если это... Я не вижу там модеров моих знакомых. Может, кто скинет линк на мой канал, если вы не против. Ну, я не знаю, если есть кто знает. Ну, или, может, вы сами скинете. Нет, я у вас... какие-то другие. Если я вам дам ссылочку, скинете или название канала? Давай, ты скину, если хотите, Гриминжов. Сейчас. А. Пардон, это я в другом чате, тут же ссылочка не пройдет. Сейчас я вам просто название дам, по названию найдут. Ну да, можно просто в чат, можете написать со своего ника и все. Вот это основной канал. В поиск Ютуба забьете, сразу найдете, будет в начале. Я могу линк закинуть, не жалко. А, ну линк закиньте, да, народ-то... Вот ссылочка, если кому интересно, можете подписаться на детку, чтобы посмотреть, что делать. Ну окей, спасибо. Есть еще вопросы ко мне? Не, у меня, вы знаете, я вам честно скажу, у меня никогда никому нет вопросов по одной простой причине. А, люди всегда задают тему сами, это хорошо, это момент первый. Момент второй, пока что, я в чат-рулетке еще не натыкался на того, кто может меня по географии с историей развалить. Поэтому, в принципе, задавать вопросы первому смысла. Многие люди попадаются, говорят, давай поговорим про войну. Я говорю, про какую из четырех? Все четыре в Африке. Ну, я обычно... Я обычно сразу вопрос, ну, давайте про войну. Когда началась Первая мировая война? Вот вы помните? Первая мировая война началась летом 14 года, в июле. Неверно. 1 августа. Почему неверно? В июле она началась. 1 августа. Ой, хорошо, смотрите. Пишу. Ну, для вас. Ну хорошо, спасибо, помните? За информацию, я проверю. Я просто ориентируюсь по советскому сериалу про Шерлока Холмса. Помните такой? Ну, вы же понимаете, это сериал. Ну, это сериал. Я вам открою один маленький-маленький секрет. Она началась вообще 27-го. 28-го официально объявила одна страна другой войне. Но массовая стрельба, ввод войск, начался за сутки до. Ну, понял. А когда вот... Да, поэтому я говорю, что с историей сложно все у людей, когда они со мной говорят. Ну, вы, смотрю, хорошо разбираетесь. А когда упомянутый вот в нашей беседе Брестский мир, какого числа был и какого года заключен? Брестский мир между Союзом и Кайзеровской Германией? Ну, не Союзом, а не было еще Союза. Между РСФСР, Германией. Подписанты были РСФСР, Германия, УНР и еще Австро-Венгрия. Между временным правительством. Нет, это уже была советская власть, но не было еще Союза. Так, временное правительство, это была не советская власть. Временное правительство было до Октябрьского переворота, до 25 октября. Я открою вам маленький секрет. Ленин был не первым, кто с Кайзером мир заключал. Он был старым. Да я понимаю. Но... Первым был один из участников временного правительства. Ну,
А, кстати, ну я понял. А, кстати говоря, гимн Российской Республики при Керенском, вы знаете, какой был? При Керенском, честно сказать, сейчас... Я вам могу фрагмент поставить, может, это будет интересно даже другим зрителям. Слушайте. Это довольно известная песня. Недолго просуществовало. Ну, а временное правительство недолго просуществовало. И самое интересное, что этот гимн просуществовал именно до весны, при большевиках был еще полгода, до весны 18-го года, лишь потом его сменил Интернационал. То есть, если Божий царя храни сразу отменили с февральской революции, то этот гимн еще при большевиках был полгода. Есть такой момент, да. Обрезский мир, если касаемо вашего вопроса, то там все очень сложно, объясню почему. Потому что официальная дата его заключения – это вечер 3 марта 2018 года. Но по этой дате есть очень много спорных моментов. Потому что некоторые люди, которые участвовали при заключении этого Брестского мира, да, так его назовем, их в этот день, в том месте, где они заключали мир, не было. Ну, понятно. Вот еще один пикантный момент по истории. Вы хорошо, я вижу, разбираетесь. Вот если во Второй мировой войне французы для немцев были такие лояльные противники, то в Первую мировую войну, вы, наверное, знаете, для них они были злейшие враги, самые первые. И оба случая применения химического оружия в Первой мировой войне были немцев против французов, массового применения. То есть, когда жертв было 100 человек и более. Меньше против России. Подождите, а как же атака мертвецов? Атака мертвецов, там было, по-моему, 76 жертв. Оно не считается массовым, по критериям не проходит. Насколько почему не проходит? Ну, там 100 человек критерий, 100 жертв должно быть, чтобы считалось применение массовым. Ну, это какая-то теория одного историка. А когда распыляли хлор, сколько человек погибло? Ну, вот насколько я помню, при атаке мертвецов 76 человек погибло. Ну, я могу ошибаться. Или ошибается тот источник, где я это читал. Больше. Ну, хорошо. Там только немцев погибло при распылении полсотни. Потому что неправильно установили баллоны. Ну, это как раз, по-моему, не при атаке мертвецов, а против французов, когда хлор применили в 15-м году немцев. При атаке мертвецов эта ошибка была повторена. Да, ну, возможно. Но хлор был в 30-м году исключен из числа боевых отравляющих веществ. Их расставляли в шахматном порядке. Это была ошибка немцев. Да, я в курсе. Поэтому дальние шахматы глушили ближних хлором. Да. Там погибло полсотни человек при открытии баллона. А вот в 16-м году немцы применили против французов вещество отравляющее, которое сейчас находится в списке боевых отравляющих веществ, и названо по реке, на которой мы применили. Знаете, что это за вещество? Честно, не помню, я не особо химическое оружие изучал. Я читал про него точно. На реке Ипр, а вещество называется иприт. Иприт слышал такое. Ну, понимаете, есть некоторые тонкости. Допустим, какие-то мелочи, на которых меня в разговоре, допустим, может оппонент поймать, если он изучал конкретно эти тонкости. Но если взять общую составляющую события, это вот нереально. Не, ну я не собираюсь вас ловить, вы спец в истории. Нет, понятно, я просто вам говорю в концепте, то есть это, скажем так, как это правильно объяснить, не было решающим событием. Ну понятно. То есть это было преступлением военным, но не было решающим событием. Ну, я понял, да. Ну, окей, ладно. Если больше вопросов больше нет, то спасибо за беседу. Have a good stream. Могу задать вам один вопрос. Задавай. Какое сражение решило исход войны с Японией? С Японией в 1945 году? Да. Или в русско-японской войне? Нет, во Второй мировой. А, ну, я не помню сейчас. Ну, так сказать, у меня вертится, но я боюсь ошибиться.
массовый удар по Квантунской армии советскими войсками. А, нет, ну это я знаю, я думал, надо какое-то название имеет это сражение. Ну, чтобы вы понимали просто, на материке ни у кого не было. И здесь, на этом перекрестке, то вообще непонятно, чем бы все это кончилось. Не, ну это я понимаю, поэтому и ввязался, да. Ядерные удары в Штатах вообще ничего не решили. Ну... Они ничего там не решали, они деморализовали острова. А Квантунскую группировку, почти в 1,5 миллиона подготовленных солдат, это никак не коснулось. Ну понятно. Ну окей, ну, ладно, есть еще вопросы? Да нет, нет. Ну ладно, спасибо за беседу, have a good stream, приятно было познакомиться. Давайте, вам всего доброго. Приятно было познакомиться. Взаимно. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривают. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания – утилитарное государство. Германия – утилитарное государство. У них есть один Соединенные Штаты Америки. Это федерация? А? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпо, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой, чей, отвечает? Они ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну еще. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Каркашовский был гвоздем украинским ударом в члены. Ударец! Да, да. Украина, которая создана группа клинической...